Всем привет! С вами канал Silver Fox Бонсай в России. Кизильник Даймлера. Довольно-таки интересный ствол. Уже будет зацветать скоро. Тоже практически ничего с ним не делал. Ну так, по минимуму. Я даже не проволокой, а просто палками оттягивал. Вот если видите здесь, вон там палка тоже. А неохота проволока крутить просто. Поэтому если там надо чуть-чуть оттянуть, можно и палку. Да чем угодно можно. Нет законов таких, что чем конкретно крутить. О, везде, везде эти. Как они? Господи, цветки, ягодки везде будут. Легко с ним работать. Да и есть, продается практически во всех питомниках. Надо только покорявее ствол найти. Ну и все, и более-менее приличную бонсайницу. Я говорил, нет, сколько он мне, третий год, по-моему. Скажем так, в работе, да и то ни в какой она не в работе, так сидит и сидит. Не просто, я не всегда сторонник как-то насиловать деревья. Бывает, зачастую дерево само больше и лучше даст, нежели вы его там крутить, мутить будете. Сейчас я вам покажу немножко сверху, как он смотрится. Вот так вот. Ну все, на этом все. Всем пока, не болейте.